Приемка школ проводится специалистами различных направлений. Одни сразу же отправляются осматривать тепловой узел на предмет готовности к отопительному сезону. Другие рассредотачиваются по этажам. Мы проверяем наличие огнетушителей, исправность автоматической пожарной сигнализации, наличие инструкций. Это о мерах пожарной безопасности, эксплуатации и использования огнетушителей. Комиссия изучает и документацию, например, по охране труда или планы на новый учебный год. Не обходят стороной пищеблока и библиотеку. Проверяют готовность персонала не только дать знания, но и накормить детей. Школы мы начали принимать с вчерашнего дня. Вчера мы две школы посмотрели, это МПЛ и 23 школа. Школы готовы. Поэтому школу приняли. Приемка школ продлится до пятницы. Со следующей недели будут приниматься дошколки. Срок устранения выявленных недостатков – 15 августа. Наталья Васильева, Виталий Немов. Новости Димитровграда.